Из-за вернувшихся в Карелию заморозков у животных стало значительно меньше еды. Так, в Петрозаводске, рядом с Утиным прудом, голодные утки прямо набрасываются на еду, которой подкармливают их люди. Так они окружили петрозаводчанку, когда та решила их угостить крупой. По кадрам видно, как селезень ест прямо с руки девушки и нисколько не боится. Судя по всему, для него голод сильнее страха. Птицы настолько голодны, что за минуту съедают целую упаковку пшена и перловки. Автор видео призвала горожан тоже кормить птиц. К слову, из еды уткам подойдет геркулес и другие злаковые хлопья, отруби и крупы. А вот хлеб и остатки человеческой пищи птицам могут навредить.